Здравствуйте, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала. Друзья, сегодня я хочу показать свою очередную клумбу. Так как у нас опоздало лето, сегодня 11 июня, а пионы у нас только начинают расцветать. Здесь у меня куст пересаженный, вот видите, еще только бутон, и вот полностью уже начинает расцветать цветок пиона. Вот так вот у нас поменялось, как бы меняется климат, так как раньше 25 мая, как я помню свои школьные годы, всегда пионы уже на последний звонок вовсю расцветали. И считайте, что больше даже чем на 2 недели опоздало у нас лето. На этой клумбе у меня также вот расцветают ирисы, такие красавицы, коричневые, такие вот желтые ирисы, красавицы, уже распустились. Некоторые еще в бутонах стоят. И на этой клумбе у меня вот такой еще также осенники, низкорослые, с голубыми цветочками, осенью меня будет радовать. И вот такая лаванда. Лаванду я никогда не обрезаю на зиму. И всегда вот уже начинаются вот такие вот уже в бутонах вся лаванда. Тоже скоро зацветет. На этой клумбе у меня еще хоста новая. В том году ее только посадила, маленькая пока. И однолетник сальвия. Так как здесь уже ирисы отцветут, пионы отцветут, а сальвия будет радовать до самых морозов. Поэтому я решила сюда посадить сальвию. Потом у меня по этой клумбе идут розы. В этом году я их посадила. Там петуни, лилии. Здесь еще есть. Высадила сюда астры, цинии. Хризантема у меня желтая. Маргаритки здесь на клумбе. И такой бордюрчик сделала из бархатца. А весенние здесь у меня отцвели, я уже убрала листья тюльпанов, мышиный гиацинт и вот еще такой вот пион. Я куст один пересадила сюда на эту клумбу и поделила на 2 кустика. Вот так они уже разрослись. Хоста. И здесь у меня будет сиреневая хризантема. А еще за бархатцами я решила высадить сюда маленькие, пока у меня львиный зев. Вот здесь такие маленькие маргаритки здесь еще цветут. Вот такая вот, друзья, у меня есть клумба с пионами, которых наконец-то мы дождались цветения. Вот и все, друзья, что я хотела сегодня вам показать. Какой обзор сделать еще одной клумбы, на которой наконец-то дождались цветения наших красавиц пионов. Какой аромат! Обалдеть! Вот и все. Кому понравилась моя публикация, ставьте пальчик вверх. Кто не подписался, подписывайтесь. Еще будет много интересного. Спасибо за внимание. Всем пока-пока!